Так, система обогрева. Если в системе обогрева включены часы, то уже это говорит о том, что он запрограммирован на отдельно выходные и на рабочие дни, отдельно включаться утром, отдельно вечером. Для того, чтобы программировать, нажимаем на центральную кнопку, держим 3 секунды. Он включает, смотрит утро, 6 утра, типа включиться. Дальше нажимаем на ту же самую кнопку, выставляем время, температуру 24. В данном варианте, так как мы настраиваем температуру пола, в 9:30 выключается. Далее он держит 20 градусов температуру воздуха до 5 вечера. В 5 вечера он включает 24 и держит до 22. Далее, смотрите, наверху появились были рабочие дни, сейчас выходные. Выходные в 6 утра он включается, включается на пол на 24, до 11 он держит, а после 11 держит 22. В 6 часов выходные он опять включится, будет опять даже 24 до 23. А потом он включится на 18. Вот так вот, вот такая легкая настройка подогреваем пола. Вот здесь RT, это говорит о том, что будет подогреваться, все показания берутся по воздуху. Там если поменять настройки, то можно сделать RF. RF это будет настройки по температуре пола. В данный момент регулировка идет по настройке температуры воздуха. Температурный датчик стоит здесь. То есть, если, допустим, вот у вас он довольно низко здесь стоит, да, то как бы неудобно, потому что температура воздуха берется здесь. Но в целом как-то так.